Добрый день, друзья! Мы выезжаем из Санкт-Петербурга. Выезжаем на кат. У нас солнечный прекрасный день. Плюс 8. Вот Санкт-Петербург знак перечеркнут. Ух ты, они тут хотят расширить дорогу, оказывается. Это кат в сторону Кронштадта, то есть западная сторона. И мы с вами едем, сейчас покажу куда. В этом райончике мы еще не были. Получается, что... Короче, все увидите. Все увидите сами. А пока что у нас солнечная, сухая погода. Снега практически нет, только где-то там в лесу немножечко. Что-то есть еще. А так дорога сухая. Нет вообще осадков никаких. Ни дождя, ни снега. И плюсовая температура стоит все эти дни. А самое главное, солнечная. Проехали по кат километров 11-12. Съехали на Приморское шоссе. Получается, как бы возвращаемся в Петербург, но с другой стороны. Право. Так, ребят, мы приближаемся. Вернее, мы уже приехали, куда планировали. Смотрите, какие здесь домики клевые. Ребят, заехали в частный сектор. Сейчас скажу вам, где это мы. Ой, куда-то едем, ребят. Куда-то едем мы. Этот поселок называется Лисий Нос. Он входит в состав Петербурга. Посмотрите, какие тут дома. Раньше были дачи просто, а сейчас здесь уже и дома более современные. Расположен в Приморском районе и входит в состав Петербурга. Стоит на Финском заливе. Петербург у нас направо. Это мы с вами заехали немножечко вглубь поселка. Здесь администрация поселка. Население больше 4000. 4500. Раньше это были просто дачи. Вот туда вглубь идет поселочек. Ой, ребят, заехали в торговый центр Лэнд-24. Супермаркет вкуса. Такой симпатичный центр. И это он стоит на въезде. Стойка администрации. Везде стойка администрации. А, да. Стойка администрации. Такой симпатичный торговый центр. Никого нет. На второй этаж решили подняться, чтобы не обходить. Так, второй этаж. Что здесь у нас? У нас здесь такой симпатичный центр. Так все красивенько сделано. Сейчас посмотрим. Ну, никого нет. Все для дома. Ой, сколько часов. Ребят, это возле Лахта центра. Возле Лахта центра недалеко. Какие интересные ванные комнаты. Смотрите, кораблик. Это фирменное. Интересно. Мы спускаемся, она вроде поднимается.
Такая лошадка, ребят. Фирменная. Салон мебели. Красиво оформили. Люстра какая. И кухня напротив. Мельком, ребятушки. Мельком пробежали. Спешим. Выходим. Торговый комплекс. Название Garden City. Сейчас я вам покажу. Ой, вышли, короче. Нет того, чего нам надо. Придется ехать дальше. Придется ехать дальше, ребята. Где мы находимся? Вот, смотрите. Салон мебели. Garden City. Торговый центр. Адреса ни одной нет. Таблички не увидела. Парковочка. И здесь у нас голубое небо. И вот Лахта видна. По Приморскому шоссе от Лахта, центра, то есть это Приморский район Петербурга, вы понимаете, до Лисий Нос, поселка, вот Санкт-Петербург перечеркнут, до Лисий Нос примерно 8 километров. Примерно 8-6, вот от этой точки, по-моему, 6 даже был знак. То есть это совсем рядом, ребят, с Петербургом. Вообще Лисий Нос даже входит в состав Петербурга. Поселок Лисий Нос. Но перед этим мы проехали Ольгино. Еще было. То есть где искать участки можно и дома возле Петербурга. Вот я вам говорю, Ольгино проехали. И сейчас едем в Лисий Нос. Это мы уже, получается, со стороны Петербурга. Короче, мы тут развернулись, крутанулись, дела были. И мы обратно едем в Лисий Нос. Сейчас я вам покажу подробнее. Вот указатель Лисий Нос. С правой стороны у нас еще ЖД, идет дорога. Электричка останавливается, тоже называется остановка Лисий Нос. Мы едем прямо и сейчас заедем. Вот уже начался, видите, частный сектор. Только он идет туда, влево, вглубь, к заливу. Улочки. Администрация поселка есть. Вот железная дорога, на той стороне тоже дома. И слева идет поселок. Вот улочки туда, вглубь. И так вы до пляжа доедете. Дома пошли. Есть и деревянненькие старые дома, а есть уже современные новые. Вот улочки идут в разные стороны. Магазинчик там на въезде есть, пару магазинчиков.